по решению президента Республики Татарстан из республиканского бюджета на производство работ по ремонту дорог выделено дополнительно 115 миллионов рублей и принято решение о ремонте еще 5 значимых с точки зрения интенсивности движения транспорта улиц, которые находятся в неудовлетворительном состоянии и являются дублерами таких крупных магистралей, как улица Фучика, проспект Победы, улица Зорги, и связывают объекты социальной инфраструктуры, поселки и вновь строящиеся жилые комплексы. Это улицы Мавлютова, Габишева, Дубравная, Ломжинская и братьев Касимовых. Общая площадь ремонта дополнительных улиц составляет более 120 тысяч квадратных метров. В настоящее время ремонтные работы уже ведутся по улицам Габишева и Дубравны. Наряду с магистральными улицами в городе капитально ремонтируются и поселковые дороги, и тротуары. В рамках предусмотренных в городском бюджете на эти цели 50 миллионов рублей запланирован капитальный ремонт дорог и тротуаров по 10 улицам на общей площади 24 тысячи квадратных метров. В перечень объектов вошли улицы с интенсивным движением автотранспорта и пешеходов, асфальтовое покрытие которых находилось в крайне изношенном состоянии. Это улицы Моисеева, Армавирская, Верхоярская в поселке Северном, Центральном поселке Атарах, Салмычи, Боевая в поселке Игумново, Поперечная, Ноксинская, Шоссейная и Утренняя в поселке Акий переулок, Старательный в поселке Новая Сосновка. В настоящее время работы по ремонту данных улиц ведутся. На сегодняшний день завершено строительство тротуара по улице Боевая, завершение остальных улиц при благоприятных погодных условиях планируется в 10-х числах августа. Кроме этого, в настоящее время прорабатывается вопрос о дополнительном выделении из городского бюджета средств на проведение текущего капитального ремонта еще 13 улиц в поселках Салмычи, Борисоглебская, Сухая река, Щербаковка, Алтан, Петровский, Рыкчино, Вознесение, Малоклыки, Константиновка. Площадь при условии выделения данных средств отремонтированных улиц составит более 40 тысяч квадратных метров.